казалось бы, поднялся вот на этом самом эскалаторе, чтобы выйти на парковку, а выйти не на просто парковку, а на ту парковку, с которой открывается, ну, просто очень-очень-очень крутой вид на город. Сейчас сами все увидите. Ах, красота. Дома. Я опять балуюсь зумом. Можно и поближе снять. О, просто великолепно. Легендарное место. Аврора. Шикарный вид. Но тут надо быть осторожным, чтобы не упасть. Так, мы сейчас пройдемся по этому самому виду. Вон там дома. Где-то там и мой домик виднеется. Вдалеке. Вдалеке, а вот. И идут трамваи, люди идут. Я не подозреваю, что я их снимаю. Что? Если там... Так. Так, надо... Надо сделать... Ой, интереснее. Вот. Я думаю, что здесь более лучше. Видно. О. Солнышко наконец-таки светит. Там, кстати, вон там, кстати, завод этот. Не завод, а этот ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль. Она нужна, чтобы было тепло в ваших домах. Да, не знаю, камера может и не взять это, но вид действительно на ПТЦ отсюда открывается. Сами можете проверить, очутившись на данной парковке. Идем дальше руфить. Ну, так этот дом, наверное, уже видели. А, вот они. Там, ох ты, какой же вид. Так. Ветерок это совсем нам не нравится. А вот вид на Самарку. На Самарку вид. Видать? Не знаю, не уверен. Но надеюсь, что видать. Но если что, уж простите. Так, дальше. Руфить. Время дорого. Ох. Сейчас вы увидите улицу Авроры во всей красе. Здесь, конечно, возьмет камера. Ну, понятно, что не во всей красе. Понятно, что у меня камера, кстати, бюджетная довольно-таки. Но тем не менее. А это сейчас вид на аэродромную. Эх. Вот он какой. Вид. А вот тут камера. А вас тоже снимает. Что вы снимаете? Так вот. Камера. Давайте я поближе подойду, чтобы было видать. Вот. Аэродромная. Во всей красе. Вот так, кстати говоря, сейчас это незаметно, но как в сумерках получается, да? Вид вон там вдалеке, мост этот самый через Самарку. Там проезжаешь ПТЦ по проспекту Кирова, и дальше как раз этот мост. Его сравнительно недавно построили. А вон вид на районы, где дома. Ну да, а сейчас это не видно, но
закрывает вот эти вот красные дома из кирпича, дом, в котором я живу. Вот этот, как же это там, автошкола, да, автошкола. Была раньше, сейчас не знаю, что, по-моему, она сейчас есть. Работает вот еще один вид на само, на улицу Авроры, да, я обещал, так и вам сейчас покажу. Вид на Аврору. Вот. Тут, кстати говоря, в сумерках надпись Леруа Мерлен так высвечивается. То же самое и в этой самой Меге, о которых я, которую я уже снимал видео. А он, кстати, строит 7-й, это получается 6-й уровень. Значит, 7-й строит, еще никак-никак они его не запошляют, чтобы вид, чтобы руфинг наш был еще лучше, еще качественнее. Вот труба дымится, чтобы посетителям Авроры было легче. Вот, то есть легче. Ну, чтобы они не мерзли, да. Ну и им, соответственно, чтобы они раз не мерзнут, значит им легче, да. Дым идет. Идет вывеска Аврора вот с обратной стороны. Аврора. А вот там он. Ну-ка, школа номер 170 виднеется? Нет. Не виднеется, не то что с камеры, даже с моих глаз она не виднеется. Но ладно. Как-нибудь про нее отдельное видео будет. Кстати говоря, в этой самой парковке есть одна прелюбопытная деталь, если я сейчас найду. Давайте еще дома пока снимем. Вот, чтобы вы понимали масштаб. Зум. Сделал обратно. Ага, да, вот. Вот, короче говоря, все начальство данного торгового центра. Ну, идет вот через эту самую вещь, да, вставляется ключ-карта, и они вот так вот карабкаются. Но это, по-моему, не начальство Авроры, а, ну, те, кто занимается всеми этими энергосистемой этой, чтобы в Авроре было тепло. Странно, я же помню, тут же вроде, по-моему, это было к начальству. Какая-то девушка заправляет Авророй. Какой-то я посмотрел на официальной страничке ВКонтакте ТРК Авро, да, ТРК Авроры. Так, промзона. Промзона. Тут смотреть нечего. Смотреть тут нечего. Ладно, идем дальше. Есть еще на что посмотреть, есть еще что поруфить. Только надо двигаться быстрее, еще прекраснее, даже может быть прекрасный вид на эту самую Самарку и на дома, что стоят около нее, что любопытно, на 9, ну, эти самые 9-этажки. Так мне напоминает Зов Припяти. Эх! Ну там действительно они выстрелены так, как будто ты находишься не на ТРК, а в Роде. А в игре Зов Припяти на крыше КБО юбилейной. Юбилейное. А вот тут вот дома. Дома и тоже очень удобно, да, вот делают 7-й уровень, получается, да? У них будет. Ух ты, блядь, это
Смотрите, вот они, вот он дом. И вот он. Давай, все-таки зумом. И вот он вид на Самарку. Ах ты, блядь, тут сильный ветер, ладно, не надо. Хорошо. Надо идти максимально аккуратно. У меня уже руки замерзли. Причем аккуратно, потому что тут довольно-таки скользко. Еще этот ветер нам подсказывает, что надо закругляться с этой съемкой, с этим руфингом. Ну, прям как и мша почти что стал. Ух ты. Так. А, это вон машина. Туда. Они вот так вот заезжают. Ага, седьмой, получается, не восьмой. Это, наверное, парковочный уровень. А идет дальше. Ладно, вот зачем мы сюда пришли. Вид на солнце. Так. Далее следуем. Следуем на этот дом. Я думаю, что уже вы нас насмотрелись на этот самый, который стоит рядом. Можно, кстати, заглянуть, что там творится-то такое, Чтобы поспионить, наверное, нужна более серьезная аппаратура, чем моя какая-то самая камера. Да, руфинг получился более продуктивный, конечно же, чем в этом самом гудке. Вот там мне просто эта гоп-компания с кальяном помешала. Вот, да, тут даже есть тропа, чтобы тоже люди снимают, выкладывают все в соцсетях, чем я, как говорится, хуже. Да? Сейчас надо быть аккуратным. Во-первых, засечь, что творится внизу. Ну и во-вторых, конечно же, виды эти. Ну просто вау. На. Ух. Ну просто. Вау. Ай-яй-яй. Даже в сугроб забрался. Но ничего, меня это не должно остановить. Меня это, чтобы заснять классный видос. Так. Дома. Дома. Так, надо... Какой-то тут дом был, который... А, тут вот. Это не дом, он там. Он... Школа. Какая-то. Номер 2, по-моему, или 3. Давайте еще раз. Вот там вот. Самарка. Ух, она еще леденеет. О! Насколько могу, высоко снимаю. Все, ветрище поднялся. Поднялся ветрище. Больше не могу. Вот тут вот машины заезжают. И наш руфинг подходит к концу. Да еще есть у меня порох в прохранницах, и время записи, и батарейка еще не села. Чтобы вы оценили, насколько прекрасен этот вид с Авроры. Вот он, руф по полной руф, да, и кого-то, походу, оприходовали там. Ах ты,
Да что ж ты так? А, это скорая. Я ее не засниму. Нет, заснял. Чуть-чуть заснял. Во. Так. Так, так, так. Надо ближе подойти. Ближе к небу. Дальше в зону, как поет группа «Сумерки». И он, кстати, к этой строчке звук сирены самое то. Ох, далека Самара, далека. Ох. Фу. Фу-фу-фу. Вон труба. Это вот около нашего дома. Ее видно? Ну-ка. Нет, ее не видно. Труба, это самое тоже. Тоже ТЭЦ. Около нашего дома. Да, вот и я ее. Видно, нет, не уверен. Но должно видать, во всяком случае. Но должно видать. Нет, все-таки нет, ладно. Ну, вот такой вот. Мы вернулись откуда-то. Куда и пришли. Сейчас еще один руф такой будет. Все. Все, что камера взяла, то я и заснял. Шикарно. Вот здесь действительно это легендарное место Авроры. Это дома вдалеке. Ну на этом все. На этом все. Что получилось, снял. Ну а что уж нет, не обессудьте, сами приходите в это место, фоткайтесь, снимайте видосы на более профессиональную камеру, нежели чем я. Вид действительно просто очешуенный. Спасибо за внимание. До встречи.